24-й час, Jagged Alliance 2. Так, мы захватили базу ПВО, собрали здесь шмот. И отправляемся... Выгружать шмот отправляемся. Только по пути надо, наверное, к торговцу заглянуть, правильно? Так, по пути... Так, наемник вернулся к своим обязанностям. В смысле, а у нас время, что ли, было запущено? Так, все перебинтованы. Так, сюда. И сюда. Это мы идем в магазин затариваться. Правильно? Подождите. Сделаю. А что, маршрут нельзя, что ли, проложить? Вот так вот. Ага. О, все. Так, а, соответственно, Айра и Хоббит... Айра и Хоббит у меня отправляются тренировать ополчение в сектор ПВО. Так, эти в сектор ПВО. Да! Я в нужной точке. Что дальше? Так, Айра с Хоббитом приступают к тренировочкам. Так, обучение, ополчение. Я надеюсь, кстати, могут напасть на самом деле. Пока они там тренируют, их могут напасть. Вдвоем-то они не отобьются. У них снаряжения-то нет практически, как я понимаю, да? Конец пути. Просто стою и жду. Так, чуваки прибыли. Давайте попробуем. Мне говорили, что уже надо начинать затариваться стеклянными банками. Поэтому сразу погнали. Подождите, а как я затарюсь стеклянными банками, если у нас перегружены все инвентари? А, да нет, есть места, есть места. Слушаю. Что, не понял, как с ним поменяться местами? Закрытая, открытая дверь. Так открывай ее, что? Заперта. В смысле заперта? Она заперта, блин. А почему заперта? Магазин еще не открылся, что ли? Блин, магазин-то не открылся. Так, давайте подождем чуток. Открытие магазина. Я учусь. Так, магазин открылся. Я слушаю. Хорошо. Так, мне надо у него банки, да, купить? Ага. Знаю, кто к нам пожаловал. Запомни, приятель, у меня лучшие цены. Если что-то не нравится, дай мне знать. Так, к сожалению, у нас нету банок. Плеер, что с ним интересно делать? Так, противогаз. Противогаз $74, это ж копейки. Давайте противогазы всем выдадим. Где найти меня, не забудешь. Приходи. Что-то я не понял. Да блин, почему... Я не пойму, как... Запомни, приятель, у меня лучшие цены. Если что-то не нравится, дай мне знать. Так, противогаза нет только у паучихи, а у остальных-то есть. Ну, у паучихи зато есть усилитель звука и прибор ночного видения. Так, ну паучиха, значит, без противогаза будет у нас ходить. Вещи у меня не залеживаются. Мне принес, банок мне нету. Найти меня не забудешь. Кстати, маленьких аптечек мало. Маленьких аптечек мало. Я слушаю. Маленьких аптечек нету, друзья. Я...
Запомни, приятель, у меня лучшие цены. Если что-то не нравится, дай мне знать. Так, у него аптечки какие-то все изношенные, зараза. Аптечки покоцанные. Да блин, а две аптечки... А, не, нельзя положить две аптечки, блин. Вот так вот. Давайте я скуплю, наверное, все аптечки скуплю. Хотя, может быть, не надо жадничать. Не, давайте скуплю. Гулять так гулять. С тобой приятно иметь дело. Так, теперь нам нужно отправляться в госпиталь и там выгружать шмотки, правильно? Банки, банок у него нету, как видите. Я пришел за банками, но банок нету. Хорошо. Я на месте. Так, сейчас попросим нас вылечить. Попросим вылечиться. Я слушаю. Так, давайте, наверное, сначала вещи выбросим с инвентаря. Так, ручные мини-гранаты, шоковые гранаты, господи. Сколько всяких гранат, и куда их девать-то? Мне вот интересно. Куда их все девать-то? Так, патроны 5,56 должны быть в достаточном количестве. Так, ну часть гранат выбрасываем, да? Потому что натаскать такое количество, наверное... стоит. Тем более мы перегружены. Хотя нет, не будем. Так, пускай остаются. Так, осветитель оставляем. Слезоточивый газ выбрасываем. Слушайте, а почему мы здесь? Можно же через глобальную карту все это дело выложить. Уже играть разучился опять. Так, РПГ надо для танка приберечь, как я понимаю, да? Так, фляжки. 4, аж 4 фляжки, это, наверное, слишком много. Как я понимаю. Многовато фляжек, да? Так, аптечки выкладываем. Так, патроны к МАК-10. К пистолету-пулемету МАК-10. Так, Ругер выкладываем. Господи, а что он такой перегруженный? Это из-за патронов он так сильно перегружен, да, получается? Придется выложить у него... блин, что может так много весить-то, а? Так, придется выложить... Как я понимаю, груз не должен быть больше 50. А, у него, видимо, тяжелый кевларовый бронежилет, что ли, тяжелый. Так, шотку и гранат я, наверное, тоже выкину нахрен. Ставим боевые. Так, нагрузка 61. Все равно, конечно, нагруженный он, здорово. Так, у Барри просто немереное количество патронов. Так, разрывные, я, наверное... Разрывные уже хуже котируются, правильно же, чем бронебойные. Так, анаболику давайте, два магазина бронебойных. Разрывные выкладываю. Разрывные, да, выкладываем. Не так они хорошо котируются, как бронебойные. Слушайте, откуда у нас столько бронебойных патронов-то? Офигеть, смотрите сколько. Так, 40-миллиметровые гранаты. Это, как я понимаю, к гранатомету. Слезоточивый газ.
Так, ну три аптечки ей точно таскать, я думаю, не стоит. Так, одну выкладываем. Так, что еще? Все. Так, это патроны 7,62. У нас нет оружия, да, к которому их можно было бы присобачить. Маки 10. Многочисленные. Так, кевларовый броник нам тоже никому не нужен. Кстати, кевларовый броник можно было бы отдать моим чувакам, которые здесь тусуют. Аж минометный снаряд, хрен пойми для чего. Для миномета, наверное. Так, разрывные пули я, наверное, выложу, да? Так, у Айры у нас... У Айры у нас МАК-10, да? Так, а что, бронебойных МАК... К МП-5 нету, что ли, у нас? А, тьфу ты, Айра-то у нас это... Айра-то у нас вообще в секторе ПВО сейчас находится. Так, ну вроде бы я все выгрузил, да, вроде как? Вроде бы все выгрузил. Так, у этой уздобы слишком много боеприпасов. Не будем девчонку перегружать сильно. Так, вроде все. Идем к врачу лечить. Господи, я уж испугал, что сейчас граната взорвется. Там гранатку кинул. Так. Я забыл. Опять забыл. Что забыл-то, я не пойму. Что с ним случилось? Слушаю. Дмитрий. Хорошо. Так, попробуем несколько раз поговорить. Я так и думала, что мы с вами... Вы подождите. Я пока схожу, позову вам врача. О, видите? Видите, она теперь уже не отказывает нам лечебной помощи. Доктор Виллис, этим солдатам нужен врач. Очень хорошо. Я буду ждать вас здесь. Видите, врачи уже, я так понял, что, бесплатно мне оказывают помощь, да? Я готов. В чем дело на этот раз? Напрямую. Вы надолго загрузите меня работой. Надеюсь, ваши дела идут не так плохо, как вам кажется. Я хотел бы вам сказать, что мы все высоко ценим вас и вашу доблесть. И чтобы эти слова не показались вам пустым звуком, я прошу вас оплатить только себестоимость обслуживания. Блин, все равно 600 баксов, зараза, требует. Конечно, вам придется расплатиться наличными. До хрена. Дать? Дать, что ли, ему? Или что? Стоит, ждет денег. Что дать-то ему? 600 баксов? На. Отлично, оставьте солдат здесь. Я постараюсь поставить их на ноги в кратчайшие сроки. Так, остальные, пока они лечатся, будут чем-то заниматься, да? Самосовершенствоваться в стрельбе они будут. Так, эти ребята лечатся. У нас только Форестер и Анаболик остались, да? Так, Форестер будет тренировать, я думаю, меткости, да? Анаболика. А, подождите, Анаболик сам-то в меткости кого хочешь научит. Так, ну тогда просто тренируется пускай. Так, этот пускай тренируется проворности. Форестер пускай... тренируется ловкости.
Хорошо, готов идти. Так, Дмитрий выписался из госпиталя. Так, пускай он, значит, ученик в пометкости, а Форестер, соответственно, его учит меткости. Пошел процесс. Теперь все будет в порядке. Так, Сдоба тоже выписалась. Сдоба очень меткая. Пускай тогда обучение, тренинг. Тренинг в проворности. Не, здоровье. Здоровье пускай качает. Следующая задача. Так, паучиха выписалась. Отлично. Задание выполнено. Так, и Барри выписался. Так, Барри у нас ученик. Меткость. Так, паучиха у нас обучение. Тренинг, что ли? Так, паучиха у нас тогда тренирует здоровье. Кстати, зачем? В принципе, все уже вылечились, все. Все вылечились, я предлагаю... Значит, здесь мы закончили, да, получается? Здесь мы закончили. Так, я сейчас смотрю на карту. Возможно, мы можем встретить... Мы можем проверить вот этот сектор. И7. Там, возможно, будут эти... Там, возможно, будет сбежавший ученый. Давайте туда отправимся. Давайте отправимся туда. А, блин, еще поспать надо, ё-моё. Сейчас еще надо будет поспать перед тем, как выдвигаться. Поспать надо совсем недолго. Давайте чуть-чуть дремнем. Есть. Ой, подождите, я забыл им дать команду. Спать-то, господи. Так, все дрыхнуть. Чуть-чуть поспим и выдвигаемся. Так, все. Так, у нас там первая партия ополченцев готова. Кстати, могут напасть, опасненько. Так, выдвигаемся в сектор с ПВО, а оттуда я выдвигаюсь на запад. Цедила. Проверим сектор, где, как говорят, можно найти ученого. Можно найти, можно не найти. Я там. Что мне делать? Так, время у нас ночное. Давайте вынесем вот этих чуваков, которые тусуют возле базы ПВО. Я думаю, это хорошая будет идея. Потому что они могут напасть. У нас там юнцы неподготовленных, 10 всего ополченцев. Сделаю. Погнали. В любом случае, неплохое начало. Так. У нас там какое-то... Неужели опять Энрико сейчас будет ругаться, что мы слишком медленно действуем? Спек. Пожалуйста, погасите задолженность. Очевидно, вы допустили недосмотр. На вашем счету числится большая задолженность. Я предлагаю посетить меркой как можно быстрее исправить это недоразумение. С нашей страницы будет очень легко погасить долг. Так, погнали. Опять мы задолжали мерковцам. Добро пожаловать в мерк. Кстати, я надеюсь, вы... Так, просмотр счета. Деньги-то, кстати, смехотворные, на самом деле. Внести сумму. Сумма... Благодарю вас за своевременно. Так, сумма внесена. Так. Я предлагаю сразу оплатить услуги тогда паучихи, анаболика, Барри и Сдобы заранее. Вот. Значит, как это сделать, я вот не помню. Так, знаете, я тщательно рассмотрела ситуацию. На две недели 18 тысяч баксов. Я охренею. Нет, пока я не буду ничего платить. Пока что-то какие-то дикие совершенно суммы. Так, выдвигаемся на запад.
Враг близенько. Ну, мы их легко сейчас перебьем. Заодно я и базу ПВО зачищу. Блин, у нас проблема. Хотя, блин, я просто не хочу тратить химический осветитель, честно говоря. Не хочу тратить химический осветитель. Слушай. Так, придется ходить на корточках. Так, паучика вперед. Слушаю. Хорошо. Сейчас начнется. Так, слушайте. Короче, это была неправильная тактика. Сейчас я загружусь. Что тогда? Кинем светошумовую тогда. Кстати, подождите. Склада не оказалось. То есть никакого пробежавшего ученого здесь не будет. Видите, пустой сектор совершенно. А раз пустой сектор, то в принципе делать здесь нечего. Тогда выдвигаемся дальше. Я вот сейчас смотрю на карту, куда можно отправиться. Так, следующий сектор. В этом секторе есть ферма и дорога, по которой можно встретить, ездить на Хаммере. Короче, в этом секторе, я не знаю, зря мы сюда пришли. Я просто не хочу тратить химический осветитель, ё-моё. Кстати, я не обратил внимания, а в магазине был химический осветитель? В том магазине, где мы... По-моему, не было, да? Так, ладно. Я предлагаю... Блин, я не знаю, мне просто один всего химический осветитель, мне его так тратить не хочется. Я вот даже не знаю, воевать с ними, не воевать, или просто уйти отсюда. Давайте я, наверное, уйду отсюда. Хорошо. Давайте просто пройдем следующий сектор и все. Не буду с ними связываться. Раз здесь нет склада, раз нет здесь хижины с бежавшим ученым, тогда что здесь тратить свое время? Кстати, блин, оружие-то мы не чинили. Нам, по идее, оружие надо было давно уже починить. Да, оружие-то мы не чинили. Слушайте, ну они могут на базу ПВО напасть, эти ребята, правильно? У нас база ПВО-то не укреплена. Я даже не знаю, что делать. Слушайте, давайте я вернусь. Я, пожалуй, вернусь сейчас на базу ПВО. Во-первых, я ее подстрахую, чтобы не напали. А во-вторых, я предлагаю все-таки отремонтировать снаряжение. Отлично. Я здесь и в порядке. Так, Анаболик и Дмитрий пускай занимаются ремонтом. Войска Дейдрены только что вдорглись в Камбрийскую шахту. Ничего у них не выйдет, я тут в этом уверен абсолютно. Ой, двое против семерых. Один рядовой стал ветераном. Ну, это ерунда. Одного ополченца всего потеряли. Ни о чем. Есть. Так, у нас уже еще десяток ополченцев натренированы. Здорово. Так, все легли спать. Есть. Так, прокачали ополченцев. Так, Фло получил меткость.
Так, опять на нас напали. Так, стоп, подождите-ка. Тут большая группа врагов приперлась. Давайте усилим, усилим вот этот вот райончик. Да, усилить надо однозначно. Есть. Так, все, у нас полностью натренировано ополчение. Айра с Хоббитом возвращаются. Возвращаются в Камбрию. Есть. Я не могу вообще не спать. Я не робот, знаете ли. Я в нужной точке. Что дальше? Так, Хоббит и Айра у нас занимаются тренировкой ополчения. Болик-то не ремонтирует ни хрена, зараза. Я забыл ему дать команду на ремонт. Из-за этого мы кучу времени потеряли. Так, ладно, у нас нет особо времени тусить. Я предлагаю все-таки выдвигаться. Так, время опять ночное. Так, сейчас я открою карту, надо решить, куда выдвигаться. По идее, в Санмон надо двигать. А, нет, в Санмон мы не можем захватывать эту шахту. Почему? Потому что там жуки начнут, если я Санмон. Можно в Чидзену отправиться, в принципе. Такой вариант. Так, ладно, погнали тогда в Чидзену. Желательно избегая кошек, да? Чтобы не тратить на них патроны. Или нет, или давайте еще Нет, давайте ремонтировать снаряжение все-таки. Есть. Я учусь. Завершен ремонт всей экипировки отряда. Все, теперь мы точно можем выдвигаться. Выдвигаемся мы в Чидзену, наверное, все-таки. В Чидзену я пойду. Каким путем? Пойдем путем вот таким вот. Хоббит не надо. Форестер Барри. Так, сражаться один. Так, выдвигаемся в сектор Е8. Цедила. Может быть, эта работа меня бы больше устраивала, если бы не эти тихие святоши вроде Зондерга, которые все знают лучше тебя. Не знаю, что она имеет в виду, я что-то не понял, что она имеет в виду. Только не говорите, что опять Энрика ругается. Спек, новые кадры. Я с гордостью спешу сообщить о расширении мерк. Совсем недавно мы подписали контракт с одними из лучших людей в нашем бизнесе. Посетите нашу страницу, чтобы ознакомиться с самыми выгодными предложениями в индустрии найма. Но это я буду потом. Сейчас мне не нужен никто. Может быть, эта работа меня бы больше устраивала. Если бы не эти тихие святоши вроде Я не знаю, про каких зондергардов она говорит. Может, у нее настроение упало? Отвага норма. Да нет, вроде настроение у нее нормальное. Чего она ворчит, я не понял. Кстати, народу, по идее, народу надо вздремнуть, друзья. Ну, в принципе, нет, они чапают.
Я там. Так, что мне делать? Давайте небольшой привальчик разобьем. Чуть-чуть поспим. Есть. Так, Хоббит и Айра закончили с тренировкой ополчения. Так, у Хоббита меткость. Господи, меткость какая ужасная у Хоббита. Так, пускай обучение будет. Ученик. Нет, пускай они оба тренируют меткость. Так, подождите, а никто из них в механике не шарит? Нет, в механике не шарит. Было бы хорошо, если бы они вещи ремонтировали. Но, видимо, не в этот раз. Так, у нас отряд спит. Давайте дрыкнем дальше. Так, все, немножечко поспали. Немножечко поспали. Двигаем дальше. Так, в этом секторе есть что-нибудь интересное? Господи, они что, дрыхнут, что ли? А чё, проснуться никак нельзя, да? Так, Форестер с паучихой пускай тогда посмотрит. Посмотрит тут эти развалины. Нет, тут ничего не... А, подожди, тут какой-то склад. А, это ферма. Ладно. Давайте посмотрим, что на этой ферме можно найти. Руины пусты, трофеев нет. Понятно, сюда можно даже не соваться. Тогда... Хорошо. Тогда, короче, двигаем в следующий сектор. Так, хорош дрыхнуть. Так, в какую клеточку дальше мы пойдем? Дальше мы идем на запад. Сейчас? Я на место. Так, здесь тоже ферма. Тоже, как я понимаю... Здесь, кстати, можно что-то найти. Я смотрю по карте, что здесь что-то можно найти. Слушаю. Так, вот это здание надо смотреть. Фургон мороженщика нету, да? Гонтарские. Слушаю. Ага. После смерти Энрико Чевалдори для этой страны настали черные дни. Пусто. 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 Так, опять всю дорогу перегрызли. Здесь нет ничего. Ага. Так, дуем в следующий сектор. Так, если мы пойдем в следующий сектор, там, в принципе, безопасно. Ну-ка. Так, этот сектор пуст, этот пуст. Дальше мы попадем. Дальше будет еще один сектор, Е4. В котором могут быть квесты. Так, погнали в сектор Е4. Хорошо. Враг близенько. Так, мы на патруль, походу, нарвались. Так, предлагаю пальнуть воздух. Пальнуть воздух. Хорошо.
и ждать, привлечь их внимание, да? Слушаем, сейчас начнется. Так, вот они. Форестер самый меткий. Блин, он его не видит. Слушай. Только паучиха его видит. Дом старший. Я готов. Слушаю. Блин, а с Добот с МП-5 бегает. Ей надо было дать этот МАК-10 уже давно. Забыл ей МАК-10 дать. Зато у нее бронирование. С каждым днем, с каждым шагом я учусь работать лучше и лучше. Так, она одну единичку уровня получила. Ублюдок. Слушаю. Я... Он подошел поближе, теперь его можно расстреливать. Слушай. Донтарский. Вся кровь. Я готов. Так, я не знаю. Анаболика надо перевязывать. Сдоба пускай анаболика перевязывает тогда. Слушаю. Так, остальные просто ждут. Слушаю. Слушаю. Я ни за что не поверю, что они ушли отсюда. Слушаю. Так, он нас видит, мы его не видим. Это хреново. Это хреново. Так, предлагаю залечь, может быть. Интересно, кусты вот эти могут служить каким-то укрытием? По идее, могут. О, да у нас новая компания. Так, она залегла за кусты. Вроде как он ее перестал видеть. Слушай. Сейчас подождем. Гонтарские. Вся кровь. Я готов. Слушаю. Так, наверное, надо залегать. Слушаю. Я! Попал, красавчик. Слушаю. Надо залегать, да. Однозначно надо залегать. И не очень близко друг к другу лежать. Так, что ей мешает туда бежать, я не пойму. А, у нее очки закончились. Донтарские. Я готов. Слушаю. 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 Я. Так, ну Форестер у нас главный снайпер, давай.
Слушаю. Гонтарский. Что-то не помню, почему так мало они стреляют. Я готов. Да вы что, блядь? Слушаю. Стрелять разучились. Слушаю. Слушаю. Я. Слушаю. Гонтарский. Так, второй пошел. Еще один упал. Гонтарский. Я готов. Так, я предлагаю занять место вот за этими кустиками. Все дела. Я. Как вам идея? Это хорошая идея? Сделаю. Слушай. Хорошо. По идее, в кустах же это круто сидеть, нет? Так, зона укрытия и зона видимости. Ну, все она видит, вроде как. Все она видит перед собой. Слушаю. Хорошо. Слушаю. Я. Слушаю. Гонтарский. Ага. Я ни за что не поверю, что они ушли отсюда. Слушаю. Сейчас? Гонтарский. Кто-то наследил. Окей. Ну, по-моему, что они так медленно бегают? Перегруза вроде нету. Я готов. Садила. Я готов. Садила. Слушаю. Хорошо. Понял. Чё, да блин, от куста понял. К кусту что ли перемещаться, так что ли? Слушаю. Быть. Сделаю. Слушаю. Сделаю. Хорошо. Так, ладно, всегда, я думаю, я предлагаю все-таки передвигаться в режиме скрытности и на четвереньках. Понял. Я засек злых врагов. Так, вон чувак, он нас не видит. Будем стрелять? Я предлагаю начать открыть пальбу. Камень, ёпта. Я готов. Так эти никто не видит, да, я так понял его? Эти его не видят. Так, занимаем место за кустами. Слушаю. Хорошо. Слушай. Хорошо. Чуждые элементы. Гонтарский. Я готов. Так, их там двое. Слушай. Слушаю. Я. Будет сделано. Слушаю. Сдоба. Сдоба, пускай вот за этим кустиком. А! Сучка.
Я! А! 41 урона. Слушаю. Донтарские. Так, остальные никого не видят. Я готов. Так, надо, я не знаю, подтягиваться что ли, на выручку или что. Наверное, надо подбежать на выручку. Какой страшный звук этот дробовик издает. Я готов. Я! Так, этот ублюдок есть. Чума ништяк. Там где-то еще один должен быть. А, но его не видно, ни хрена. Его не видно. Слушаю. Так, Сдобу надо тоже на выручку. Поближе куда-то. Сделаю. Зараза. Я! Слушай. Так, придется стрелять слепую. Того типа. Но он за камнем залег. Попадешь, разве за камнем из него? Конечно, нет. Гонтарские. Черт, он пропал из виду, что ли? Так, анаболика тогда подтягиваем поближе. Ага, вся кров. Окей. Так, и паучику тоже подтягиваем. Слушаю. Сделаю. Я! Нет, Форестер через камень точно не попадет. Пускай залегают тогда. Я готов. Залегают. Слушаю. 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 Так, 6 урона, что-то маловато. Я! Донтарские. Так, ну анаболик очень меткий, давай. 18. Что-то у него какая-то броня, что ли, крутая, хрен пойми. Донтарские. Так, он встал в полный рост. Я! Теперь Форестер может в него стрелять уже нормально. Это какой по счету? Это уже все. Четверых чуваков мы увольняли. Так, все перебинтованы. Слушаю. Обыскиваем трупы. Хорошо. Что это? Так, мачете, 12-й калибр, МАК-10. Так, ну МАК-10-то лучше, чем МП-5 тогда. У этой, у Сдобы. Но у нее зато бронебойные. Так, я МАК-10 пока передам Сдобе. Когда она выработает бронебойные патроны к МП-5, я ее переведу на МАК-10. Вот, ну 12 калибр я даже подбирать не буду, нахрен уже. Или подобрать. Я даже не знаю.
не буду подбирать. Так, дальше мы куда дуем? Здесь ничего интересного, значит, нету. Так, мы сейчас в секторе Е4, да? Спать. Слушайте, надо вздремнуть. Надо немножечко вздремнуть. Давайте поспим. Привал устроим. Так, немножечко вздремнули. Это мы в секторе Е5. Так, в Е4 ничего нету, как я понимаю. А, нет, подождите, в секторе Е4 как раз таки можно встретить пропавшего ученого. Дуем в сектор Е4. Окей. Отлично. Я здесь и в порядке. Так, прибыли. Ничего интересного абсолютно. Ничего. Так, тогда дальше дуем. Ну, мы с Чидзену решили идти, правильно? Шахта Санмоны. Санмон я пока освобождать не буду. Так, дальше опять на запад идем. Опять идем на запад. Спать не надо? Чуток бы, конечно, вздремнуть. Давайте чуток вздремнем. Прям чуть-чуть. Так, и дуем. Дуем дальше. Хорошо. В Чидзену идем. Почему в Чидзену? Мне Ретродикал объяснил в комментариях, что если я сейчас захвачу любой третий город, например, Санмону ту же, да? Шахту имеется в виду, захвачу третью, то начнется нашествие жуков. А Чидзену можно захватить, и нашествия жуков не будет. Поэтому я не хочу. Я там. Что мне делать? Поэтому я буду по максимуму откладывать момент нападения жуков по максимуму. Кстати, а мне ведь надо будет какого-то наемника в Чидзену отправить. Ну, в принципе, наемник, наверное, дойдет. Надо будет кого-то направить, да, на тренировку ополчения в Чидзену. Так, что там, спать не надо никому? Вроде пока нормально. Не, давайте чуток вздремнем опять. Чуть-чуть. Все, дуем дальше. Буквально часик поспали. Хорошо. Стой. Блин, подождите. А, нет, все правильно, да, на север идем. Я ходил, доходил. Так. Я слушаю. Так, опять здесь ничего интересного нету. Фургон мы не встретили. Так, а вот дальше, если мы сейчас двинем на север, там на нас, скорее всего, нападут кошки. Кстати, нам нужно контракт продлевать. Так, пауку, анаболику, Барри, продлеваем контракт. На 2 недели. Учитывая специфику нашей работы, я требую хотя бы минимум уважения. Я нахожу, что мисс Зондергард весьма невоспитана и чрезвычайно склонна к снобизму. Это просто невыносимо. Извините. Ну, продлеваем контракт, чё? Простите, я хотела сказать, учитывая специфику нашей работы. Ну так в чем проблема-то? Я согласен тебе заплатить, паучиха. Контракт. Продлить на 2 недели. Простите, я хотела сказать, учитывая специфику нашей работы, я требую хотя бы минимум уважения. Я нахожу, что мисс Зондергард весьма невоспитана и чрезвычайно... Она со сдобой не дружит, прикиньте. Ёлки-палки. А кто будет заниматься лечением у меня в отряде? Блин, ну мне паучиха нужна. Я не знаю, что делать. А мне что, от сдобы придется отказаться? Сдобу в Чидзене оставлю, что ли? Так, я тогда предлагаю, я даже не знаю, что делать. Блин, у нас
Я не согласен отказываться ни от паучихи, ни от сдобы. Жесть какая-то. Сложная ситуация. Окей. То есть мне их придется по разным отрядам, что ли, развести? Окей, я здесь, готова к работе. Так, здесь могут кошки напасть, но опять же они... О, подождите, здесь какие-то здания, здесь что-то происходит. Так, я сейчас сразу гляну, есть на этом... В этом секторе что-нибудь можно найти? Да, здесь можно... здесь можно найти трофеи. Погнали. Слушаю. Хорошо. С дуба, с паучихой, прикиньте, не уживаются. Я забыл! Опять забыл! Ну что, мне тогда придется с дубу оставить на ком-то оставить тренировать ополчение и нанимать кого-то другого. За место нее. Получается так. Какие еще варики у нас? Гонтарские. Да. Ага. Неожиданная проблема. Яркарно. Беда пришла, откуда не ждали. Ух ты! Так, состав 18 и камуфляж. Так, подберем потом. Сейчас надо обыскать. Ух ты! Еще что-то нашли. Сосуды. Сосуды? Это чтобы желез собирать жучих и жуков. Пусто. Окей. Окей. Пусто. Так, соберем на глобальной карте. Окей. Все думаю, что от кого избавляться, от паучихи или от сдобы. У паучихи ведь меткость тоже 86, ого-го. Вот, поэтому, наверное, я все-таки сдобу тогда отставлю в Чидзене, чтобы они не мешали друг другу. И, может быть, тогда паучиха откажется уходить. Какой слушаю. Какое вот у нее моральное состояние? Ну-ка, я хочу глянуть. Отвага норма. Всех норма. Пипец. Цена. Хорошо. Гонтарские. Пусто. Окей. Пусто. Ага. Ух ты! МП5. Продолжим в следующем части. Всем пока.